Так, девочки, мальчики, начинаем все вместе. Скажите, мотив какой? Эх, как Леру мы за Диму выдавали, тут как тут все друзья набежали, тут как тут все друзья набежали. Ох, куда же ты, дуреха, ох, куда ты? Не бросай ты свою мать в одну хату, не бросай ты свою мать в одну хату. Кровопийцы все мужья и обжоры, ох, не слушай ты его уговоры, ох, не слушай ты его уговоры. Мальчики, будешь ты варить, стирать. Ой, мальчики, мальчики, где ваша песня? Что ты, Дима? Девочки, девочки, будешь так. Начинаем. Что ты, Дима, Бог с тобой? Куда рвешься? Ох, горючую слезой обольешься. Ох, горючую слезой обольешься. Где похабливый огонь? Загляденье. А потом произойдет превращение. А потом произойдет превращение. Девочки, жить за платы. Будешь думать, когда жить до зарплаты. А твой толстый сытый муж на кровати будет с книгой в руках отдыхать. Будет с книгой в руках отдыхать. Будешь калывать весь день на работе, сам себе варить обед будешь в поте. А красавица жена, как проснется, к маникюршам и портным понесется. Маникюршам и портным понесется. Ох, как осенью цветок ты завянешь, от общественной работы поотстанешь. Будешь дома ты сидеть без занятия, 62-й размер будет платья, 62-й размер будет платья. Так судьбина такой глупеешь, посутулишься спиной облысеешь. Перестань ты носить, что стараться, с мужиками лучше в баре собираться. Ох, как Леру мы за Диму выдавали, провожальную мы им распевали. Все мы знаем, что не так у вас будет, счастье, радость в вашем доме прибудет. Счастье, радость в вашем доме прибудет. Давайте к столу. Давайте, мальчики, не стесняйтесь. Поймочки, девочки, берите.